Итак, ребята, всем привет. Сегодня будет у нас открытие сезона. Но не у нас в России, а именно в далекой солнечной Латвии. Сегодня будем копать именно с Янисами, которые всегда нас радуют очень хорошими находками. Ну и в этот раз они, конечно, не оплошали и нашли в открытие сезона серебро. Так что будет, думаю, интересно посмотреть, как люди уже открывают сезоны. У нас еще, как говорится, не раньше месяца, может быть и полтора. Так что смотрим, приятного вам просмотра. Эй! Двое из ларца одинаково с лица! Страсть! Всем привет, ребят! Привет. Сегодня я с ковбрадом Янисом. Будем сегодня копать. Сейчас 2019 год, 16 февраля, суббота. Вышли мы на коп, так как у нас потеплело, снег чуть-чуть подтаял. И будем копать, ребят. Открываем нормальный сезон. Будут находки, обязательно покажем. Смотрите, не пропускайте. Ну, так вы что же, правда все за меня делать будете? Ага! Ну вот, вышли мы с Янисом покопать. И вот, сигнальчик. Ну, смотрите. Так, прибор, отойди. Тогда сделайте мне... Не чистил, во-первых, даже? Во-первых! Может быть, стеньки лучше снимать, не знаю. Вот так вот как-то. Вот. Ну что, посмотрим вместе. Что это у нас? Это у нас царизм. У нас царизм. Правда, вся в окислах ужасных. Александр, наверное, второй. Судя по монетке. Так как, видите, как ржа на ней. Ржавчина. Так, ну, сейчас мы ее в штаны вытерем хотя бы. Ну так, она очень сильных окислах, но если вам видно, то проглядывается Александр II. Да, здесь с этой стороны. Деньга или денежка, как-то так. Год не вижу, ребят. Вот такая вот монетосина. Берем с первой монеткой. Так, ну что, еще одна монетка. Вот я ее уже достал. Авто! Че вы? А, это вы и пальцы за меня загибать будете. Ага. Хорошо. Во-вторых, солнышко, жарко. Мы с Янисом вышли. Что-то мы переборщили с одежей. Так, это 10 копеек. Надеюсь, вам видно. 56-го вроде бы года. Вот. Ну, неплохо сохранилось еще. Хотя на нем такая красная ржа. Вот. Но все равно монетка берем. Ну что, выкопал. Такой странный сигнал был, но мы копаем сейчас все практически. Смотрите. Железо. И чистенький сигнальчик. И вот, ну, пробивало между железом и цветным. Вот она. Смотрите. Так, может быть, на солнышко как-то вот так, чтобы вам было видно. Сейчас посмотрим. О, хороший сохранчик будет. Рельеф уже, ребят, вижу. Это Николай. Первый, по-моему, наверное. Опа, сейчас еще его снежком погреем. Февральским снежком. Даже приятно, ребят. Снежок аж теплый, кажется, уже. Или просто от того, что мы устали уже.
О, видно? Фокусируйся. Так. О. Надеюсь. Видно, 1852 год, копейка. Фокусируйся. Вот такая вот монетка, рельеф есть. О. Берем. Зачетно. Вот мой первый мониторчик сегодня. Янчик уже накопал полные карманы. Что это у нас? Копеечка, наверное. Первый сегодняшний. Да, одна копеечка, тереть не буду. Отлично, ходочка. Вот и буратосик выскочил. Не знаю, не вижу я. Вот он. Маленький буратосик. Бросится домой. Маленькая монеточка. Ну что ж, находочка, буду брать, конечно. Еще одна монетка. Вон там Янис уже две монетки поднял. Янис, помаши ручкой. О, красава. Вот. И я вот еще одну. Вон она лежит. Зеленая. Вся такая. Я даже не знаю, как лучше снимать. Солнышко так светит. На снегу это все отсвечивает. Не знаю, попробую как-то так. Вот. Комочек. Монетосина, копендосина. Сейчас мы ее снежком. Давай, снежок. Делай свое дело. Зелень очищаем. Пока она не успела высохнуть. Как высохнет, тогда ее не отодрать. О. Пока вот на свежую, мокрую. Еще как-то оттирается. Вот смотрите, какой у меня снег становится от монеты. Ну, какая-то каким-то как ржавчиной покрывается. Вот это у нас. Не вижу, конечно, но, по-моему, Николай Первый. Что-то такое проглядывается. Какой-то рельефчик будет. Вроде. А, снежок тепленький, приятный. На копе. Ну, смотрим, что это у нас. Одна копейка серебром. Так, как-то так надо снять, что ли. Чтобы было видно. Кое-как. Год, к сожалению, не вижу. Какой? Сейчас я в штаны ее втирану, может быть, высохнет, будет лучше видно вам. Ну вот, как-то так. Одна копеечка. Ну, царизм берем. Очередная монетка с ямочки. Покажу, какие монетки у нас еще попадаются. Это у нас... Куда он пропал? Вот он. Это у нас, походу, солид. Я такие монетки вообще не собираю, по идее. У меня просто один
коллекционер просил для себя. И я вот такие вот монетки, но они загаженные, даже их не чищу. У них рельеф очень низкий. Попадаются, правда, хорошие экземплярчики такие. У меня парочка дома валяется. Но в основном вот такие вот монетки. Это солиды. У меня их было полно. Дома где-то около 100 штучек уже. Если не больше. Вот. Такие как алики. Вообще монетки ни о чем. Ну, как я говорил, коллекционер попросил. Я ему такие монетки соберу. Он там хотел их попробовать почистить. Вот сами видите. Поэкспериментировать с ними. Вот тут ничего не видно практически. Фокусируйся. Так. Вот. Вот такая вот монетосина лысая. Нищучок нашел. Наверное, серебро. Серебряные ложки. Частичка. Что ж, находочка. Отлично. Буду искать дальше, может, еще найду. Так, ну что, с такой вот ямки у меня вот такая вот вещичка выпала. Видите, какая она темная. Теперь смотрите. Вот слепочек. А вот само оно. Если вам видно, что это. А если не видно, так мы сейчас сделаем, чтобы было видно. Так. Ну ты, комар. Правда, скажете, зачем это? Тут же снег есть. Не хочу сильно царапать монетку. Не хочу сильно царапать. Сейчас мы ее, смотрите внимательно, при вас будем смывать. Одну сторону. Это у нас, ребята, серебрушка в этом сезоне. Конечно, не последняя и не первая, но все же серебро. Это это 12-я часть от Тайлера. 1693 год, если вам видно. Подзатертая. Да. Затерта она при жизни. Не знаю, что здесь было. Что здесь не было. Так. Если это копыта, то коняра какая-то была. Да, конь, вон башка у него вроде бы. Янис там тоже что-то копает. Что-то там нашел. Янис! Йони! Серебро! Спасибо! Ну, с вас вот такой вот Лайкович. А мы копаем дальше.
Может, еще найдем что интересного. Вон, Янис тут орал, как резанный. Монетку, говорит, поднял. Ага. Смотрите на его лицо довольное. А может, кому-то фирм лопатой? А? Я же не орал. Ну, мысленно-то орал. Мысленно с душой кричал. А, ты давай монетку показывай. А, вон он сейчас надыбает свой телефон, тоже будет снимать. Кстати, у него тоже хороший канал. У меня на моем канале есть ссылочка на Яниса Мью Хобби. Переходите. Еще не видно там что-то. Посмотрим. Дадим Янису посмотреть. Янис посмотрит. Да, Янис обязательно посмотрит. О, так. Эй, 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 эй! Алло! Стоп! Стоп! Вы что это? Гурт. Вот. Ну, зайдете на канал, он ее почистит и покажет, что это за серебро. Какой-то силуэт проглядывается. Да ничего. Серебро. Вот опять находочка. Юла. Янис рассказывал на стриме про этот. Игральная кость. Отличная находочка. Зачет беру. Вот и советик. Наверное, кацанул я ее лопатой. Так выглядит 2 копеечки. Так и будет 2 копеечки. Какого же года? В 56-го года. Так что находочка. Отлично. Беру. Вот еще одна монетосина выскочила. Тоже 1 копеечка. Тысяча 900 какого-то года. Ну как алик, конечно, но все равно приятная находка. Забираю. Вот уже вечереет, как красиво. Там где-то Янчик гуляет, копает что-то. Наверное, серебро килограмм. Ну да, это плохо. Я только рад. Опять монетосина. Как всегда, ржавая. Наверное, медная. Звонила, правда, как серебро. Вот она какая. Формату может быть 1 копейка. Утверждать не буду. Сейчас посмотрим. Если выйдет посмотреть, на этом поле очень монеты загажены. Очень-очень, даже серебро все съедает. Знаете, а это серебро, ребят. Это серебро. Кто там насчет патинок чего-то говорил. Такую патину видели? Ржавую. У серебра. О! Серебро. Из этой вот ржавчины, поэтому, блин. Вот такой сигнал паршивый. Очень паршивый сигнальчик. О,
Вот если вам видно, вон орел. Я даже через мобилу вижу, ребят. По формату это не одна копейка будет, а 20 копеек. Или 15. Да, он однерочку просвечивается. Если вам видно. Так, фокусируйся, зараза. Вон, видите, 15 копеек. На этом поле вот такие вот ржавые монеты. И очень трудно их убрать. Вот вам патина. Вот такая вот вещичка. Серебряная. Вон двуглавый орел. Видно. Вот с этой стороны 15 копеек. Ну, когда очистится, монетка будет хорошая. Вот так вот, ребят. Зачет. Второе серебро сегодня у меня. Ставим лайк. Ну вот, еще одна монетка. На этот раз у нас золото партии. Очень хорошая монетка. Сохранчик приятный. 1948 год. Очень хорошая. По крайней мере, с этой стороны. Вот. И с этой стороны прекрасная монетка. О. Замечательно. Не затерто. Кстати, вот эти вот монетки очень хорошо здесь сохраняются, в этой земле. Вот в таком сохране. А медь и серебро убивается. Почему? Вообще замечательно. Идеальный пятачок. Берем. И, кстати, с этой же самой ямки. Ее проверил. И вот в этом вот комке что-то еще дзинь-дзинькает. Слышно, да? Давайте смотреть. Нема. Тоже нема. Слышите, да? Слышите? Еще звенит. Но где же ты? Что-то мелкое, может? Нет, вон я увидел. Так, а вот это каким макаром в одной ямке? Знаете, что это? Сейчас я сниму перчатку. А вы читайте, что это. А какая патина темная. Хорошая, приятная патина. Янчик, прикинь, с одной ямки советик и один сантим Первой Республики. Вот такая вот монетосина. Янчик работает. Работай, Янчик. Ой-ой-ой-ой. Вот Янчик полушечку поднял. Снимать он не хочет. Так я сниму. Да, сейчас я несу дам, чуть вам помою. Красавчик. Так, вот я несу дам. Пускай он вытерет, вам покажет. Я лучше нос вытру. Нос тебе помочь? Как бы так красиво. Ну, красава, монеточка. Да, я говорю, хорошенькое состояние. Обычно все убитые напрочь, а тут это вот хорошее состояние. Красавец. Отлично, Янчик.
Вот у нас уже луна светит. Янчик ходит, проверяет большую кучу. У меня 5 сантимов, друзья, 5 сантимов первой латы. Она вся такая зеленая, я ее так. Ну, покоцанная, одним словом. Резкость не наводится. Уже темнеет, поэтому. Разглядеть плохо. Рельеф у нее низкий. Ну ладно, находочка. Отлично. Ну, чуть перебрались в другое место. Я не стам где-то в кустиках. Заныкался, даже не вижу, где он. Только сигнал слышу. С такой вот ямки небольшой. Надо был сигнальчик. Выложил его на снег. О, такая вот манитосина. Это 5 сантим латвийских Первой Республики. Сейчас мы ее чуть-чуть протрем. Так нежненько. Вот. Такая вот манитосина. Надеюсь, вам видно. Вот. Солнышко уже садится, ребят. Мы-то вышли в обед. Фух. Уже вот так вот подтаял. Смотрите, уже снежка почти нету. Так что будем копать. О, берем монетка. Да вы что? Нарочно? Что ли хотите, чтобы я весь голодный остался? Убирайте сейчас же обратно в ларец. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеообзор. Именно открытие сезона 2019 года в далекой солнечной Латвии. Янисы нас сегодня тоже порадовали находками. Было и царская медь, было и серебро Латвии. В общем, в принципе, очень приятные похождения. Такое ощущение, как будто я вместе с ними и покопал. Ну, я, в принципе, и копал вместе с ними. Просто они комментировали свои находки. Так что все, до новых встреч. Заходим к данным комрадам. Ссылочка в описании под видео. Так что заходим, подписываемся и дружим вместе. На этом, ребята, и все. Всем пока, до новых встреч. No matter what you say, what you do, I'm alone.